Розе это чего комедия? Сегодня, ребята, мы засунем гомункула в лизуна! Давайте же посмотрим, как спариваются собаки начальника! Всем привет, дорогие друзья! Гоношу жопа, сука, блядь! И сегодня добро пожаловать на мой новый влог. Заряживайся, блядь, ассо! Сука! Короче говоря, я гей. Эй, жопа пучеглазая! Короче говоря, я гей. Сегодня мы узнаем, почему Николай Соболев поет. Йети существует. Привет, ребята! Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Ложка, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт на версии 1.7.10. Я стану истинным баскетболистом. Пацаны, тихо. Я, в общем-то, тут идею для канала придумал, кликлак. Вот, короче, мы скидываемся на камень, ножницы, бумага, и тот, кто проиграет, тот садится на бутылку. Ну чё, как я вам? Может быть, сейчас видео смонтируем? А, блядь, чё я такое несу? Через 2 месяца смонтирую. Почему все люди животные? У дивана две ножки! Две ножки это почти 3! Треугольника! Треугольника это масоны! Масоны это голуби! Голуби это птицы! Птицы это крылья! Крылья это перья! Перья это подушки! Подушки лежат на диване! Всё связано! Сука! Всем спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Если что, не пишите мне в комментах, типа, своровал у Савергона. Я знаю, я не своровал, я взял только идею. Блогер, вон там мой сценарий. Вот, я блогер сам придумал и сам шутки написал. А на этом я заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии внизу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Feel yourself relaxing.